Сегодня состоялась презентация нового офиса Воронежского обкома КПРФ, который расположен на пересечении улиц Фридриха Энгельса и Куколкина в известном горожанам здании торгового комплекса «Атмосфера». Это помещение, естественно, мы получили благодаря помощи Центрального комитета Компартии. Мы купили, имеем теперь зеленку, так что вот за эти 20 лет впервые у нас есть свое помещение. Если раньше мы как-то использовали помещение помощников депутатов, либо арендовали где-то, то теперь имеем чисто свое собственное помещение прямо в самом центре города. Я думаю, вот какое-то время послужит оно, а потом, глядишь, и бывшее здание обкома вернем потихонечку. Так что для нас это большой шаг вперед, большой праздник. Здесь мы будем проводить, кроме всего прочего, и главное наше мероприятие. Ну, конференцию здесь не уместишь, областную, а вот пленум обкома партии вполне здесь будет проходить. И людям очень удобно, самый центр города, можно всегда прийти в обком, спросить что-то, пообщаться. Здесь будут секретари, здесь вот комнаты для всех наших отделов, орготдел, идеологический, бухгалтерия. Газета наша здесь будет размещаться. Так что очень удобно, и я, честно говоря, не нарадуюсь на это помещение. Сергей Иванович, скажите, граждане смогут приходить сюда за помощью, и будет ли здесь организован какой-то график работы? Если да, то объясните. Безусловно, безусловно, сейчас вы не видите наших партийных, так сказать, бюрократов, потому что сейчас процесс перехода, переезда. Мы на Плехановской 53 размещались до последнего времени, поэтому там пока узлы связываются. А скоро здесь будет все шипеть, гудеть. Естественно, с утра до вечера помещение будет работать. И очень удобно. Пришел в супермаркет, купил картошки и огурцов и зашел, проведал коммунистов. Спасибо.